Есть такой термин «метамодерн». Вот я хочу про него поговорить подробно. Я буду использовать материалы Анны Веленской и Натальи Емченко. Я ем бананы, но я не ем бананы с кожурой. Я ем картофель, но после мытья и кулинарной обработки. Чужих философий я беру то, что может послужить мне решением моих задач, но никогда не беру чужую систему целиком. Такой стиль в музыке называется метамодернизм. В общем, в 20 веке композиторы применяли 4 метода. Классика, когда вы работаете в пределах общей для всех системы. Модерн или модернизм, когда вы автор оригинальной системы. Постмодерн или постмодернизм, когда вы разрушаете чужие системы. И метамодернизм. Вы используете чужие идеи для решения своих задач без мыслей о системе или системах. Еще раз, классик хочет запомниться своим мастерством, модернист запомниться хочет оригинальным стилем. Постмодернист считает, что все приемы уже открыты, все системы построены, нельзя создать новое, и остается разрушать старое, чтобы как-то освежить скучный пейзаж. Метамодернист не думает о приемах и системах, у него есть собственная жизнь, собственная мысль об этой жизни. Мысль эту он старается выразить и выражает ее теми чужими средствами, разными, которые ему подходят в данный момент для выражения данной мысли. Итак, модерн все по правилам. Постмодерн – едкая ирония и разрушение. Метамодерн – это новая искренность. Давайте приведем это на язык ТУАИ, не откладывая. Правила. Ну, правило – это уровень 4. Разрушение – это нечетные уровни. Едкая ирония – это 5 и 7. 5 импровизации, 7 оригинальные идеи. Новая искренность – это что? Видимо, создатель термина предполагал, что была старая наивная искренность, связанная с уровнями 1 и 3. Мне больно 1, я хочу, и я возьму 3. Потом была опытная неискренность, связанная с уровнями 2 и 4, простыми запретами, видите себя тихо, второй уровень, и ролевой системой, видите себя прилично, четвертый уровень. А потом появился умудренный цинизм, 5-7, 5 импровизаций, 7 оригинальные идеи. И, наконец, появилась новая искренность, где 5 – это смелость высказать мысль, 6 – это связанность и системность высказываний, и 8 – это сказать об общезначимом в форме, полезной для всех. Это из лекции Натальи Емченко. 7 правил. Новая искренность – быть собой с миром по чесноку. Второе. Больше нет никакой стабильности, быть в изменении – новая норма. Номер 3. Герой может быть каждый, кто честен с миром. Номер 4. Больше никаких универсальных рецептов. 5. Жизнь – это союз неподобных, а равных. Объединяйся с теми, кто тебе непонятен или понятен, но не похож. 6. Любая проблема – это не наказание за что-то, а это возможность для чего-то. 7. Больше никаких обнулений прошлого, любое наше прошлое на пользу, любой прошлый опыт бесценен. Понимаем все, что с нами происходит, ничего не вычеркиваем, ничего не запрещаем. А теперь по уровням. Новая искренность – быть собой, быть с миром по чесноку. Уровни, которые есть – 5, 6 и 8. Больше никакой стабильности, быть в изменении – новая норма. Это значит, 2, 4 мы не используем, а 5, 6, 7 используем. Герой может быть каждый, кто честен с миром. Старый герой был 3-4, новый герой 5-6-8. Больше никаких универсальных рецептов. Не надо 4, а надо 5. Жизнь – это не союз подобных, а равных. Объединяйся с теми, кто тебе непонятен или понятен, но не похож. 2-4 не используем, 5-8 используем. Любая проблема – это не наказание за что-то, а возможность для чего-то. 1-2-3-4 не используем, а 5-6-7-8 используем. Больше никаких обнулений прошлого. Любое наше прошлое на пользу. Был прошлый опыт бесценен, принимаем все, что с нами происходило, ничего не вычеркиваем, ничего не запрещаем. Не используем 4, 6 и 5, 7, сейчас объясню почему, используем 5, 6, 8. В этом пункте, последнем, седьмом, подразумевается, что есть несколько версий прошлого. Честная, но сглаженная под концепцию, это 4, 6 и это модерн. Лживая, построена так, чтобы сбить с толку, 5, 7 и это модерн. Честная, включающая личный опыт очевидцев, 5, 6, 8, это модерн, метамодерн. Ну вот, еще несколько замечаний. Проблема наказания, это, конечно, 1, 2, 3, 4. Человек живет в системе правил и мифов. Кто нарушает правила, тот будет наказан. Проблема как вызов, это уровень 5 и все, что выше. Ну вот, примерно так. То, что я делаю, это есть метамодерн, поэтому критерии прошлых подходов, таких как модерн, постмодерн и традиция до модерн, здесь неприменимы.